Качество образования с каждым годом повышается. Об этом свидетельствуют высокие баллы при сдаче ЕГЭ и количество медалистов, которое растет. В прошлом году на отлично закончили школу 302 ученика. В этом их число увеличилось на 10%. Это существенный прирост, считает руководство муниципалитета. Глава района в честь лучших выпускников устраивает настоящий бал. Уже третий раз он проходит на самой престижной концертной площадке страны – Барвиха Лакшери Вилледж. В этот раз темой праздника был выбран Голливуд. Красная ковровая дорожка, фотозоны со звездами, джаз – все это погрузило участников в атмосферу роскоши и блеска. Девушки признались, что готовились к церемонии заранее, выбирали платье, прическу и макияж. Каждой хотелось блистать на красной дорожке. На самом деле я готовилась еще с зимы, то есть я понимала, что я стараюсь идти на медаль, что должна быть красивой. Прическу выбирала долго с мамой, мерили очень долго разные платья. В общем, мы нашли наконец вот это вот. Долго разрабатывала, конечно, образ, понятное дело, но все как-то пришло так в одну секунду. Я хотела представлять свою школу красивой, потому что наша школа, я считаю, самая лучшая в районе вообще Московской области. Ребята с трудом скрывали свое волнение пройти по красной дорожке, когда тебе аплодирует весь район. Очень волнительно. Этот момент навсегда останется в памяти каждого медалиста. Ну что, идем, Саш, вместе с тобой по красной ковровой дорожке. Поделись, что ты сейчас чувствуешь? Это было очень долгожданно, многообещающе. Я надеюсь, что сегодня будет очень хороший вечер. И Андрей Робертович устроит нам шикарное шоу. Как куются золотые медали, Саш? Сколько тебе понадобилось сил, чтобы завоевать ее? Очень много, многолетние труды и эти старания увенчались успехом. Я хочу сказать, что это будущее нашей страны, это будущее нашего Одинцовского района. Я искренне верю, что эти звездочки, которые сегодня идут по красной дорожке, они обязательно вернутся на Одинцовскую землю. Очень всех люблю. От имени всех жителей Одинцовского района еще раз хочу поздравить всех с праздником. Что ты сейчас чувствуешь, идя по красной дорожке? Такие очень классные ощущения. Все смотрят, снимают. Мне нравится. Приятно, когда выпускников чествуют не только на уровне района. Оскар Музафаров, ученик Одинцовской лингвистической гимназии, был удостоен премии «Выпускник 2018 года», которая прошла в Кремле. Номинация «Юный Цезарь». Победитель в номинации «Юный Цезарь» – это тот, кто добился каких-то существенных высот в различных науках. И сейчас мы с большим волнением узнаем, кто же это будет и за что же он это получил. За выдающиеся успехи в экономике, не только уважение своих соратников, учителей и друзей, но и премию в номинации «Юный Цезарь» получает Музафаров Оскар, Одинцовская лингвистическая гимназия. Оскар, мы поздравляем тебя с этой победой. Ну что, может быть, речь победителя перед всем Кремлевским дворцом? Конечно! Желаю всем хорошо провести эту ночь. Кстати, не только Оскар блистал в Кремле. Татьяна Расолова получила заветную статуэтку и звание «Агент Кремля». Оскар Музафаров у нас получил статуэтку «Юный Цезарь». Мало того, ему вручили еще и сертификат от финансовой академии, именную премию ректора. Вот 10 тысяч каждый месяц, и он уже студент, по сути дела, финансового института. Но, а я даже не ожидала. Мне организаторы этого бала в Кремле присудили особый приз «Агент бала». Лучший агент бала. Так что вот так я теперь агент Кремля.
Вот. Ну, за организацию, за помощь в этой организации. Вот. Поэтому вот такая статуэтка, это, конечно, очень волнительно и здорово, что теперь и у меня тоже есть настоящая статуэтка премии «Выпускник 2018». Руководство района, учителя, родители – все приехали, чтобы поздравить медалистов и разделить эту минуту счастья вместе с ними. Сегодня много родителей, педагогов, классных руководителей. Для Одинцовского района это праздник, знаковое событие июня 2018. Я хочу пожелать нашим выпускникам исполнения желаний, чтобы они любили свою родину, потому что медалисты имеют самые высокие баллы. И хочется, чтобы они со своим потенциалом знания, умения, навыков были востребованы не только в нашей России, но и, конечно же, в Одинцовском районе. Мы гордимся нашими ребятами. Это золотые надежды Одинцовского района. Счастья им, здоровья, исполнения желаний. Из 27, 10 ребят у меня являются медалистами. Из них 6 юношей и 4 девушек. Это результат команды. Команды родителей, учителей и самих детей, желание их учиться, учиться, учиться. Уникальная система образования, которую мы создали, с одной стороны, а с другой стороны, мотивированные ребята, которые поступают к нам со всего Одинцовского района. Я благодарю Андрея Робертовича, нашего главу нашего района, что он такой праздник ежегодно делает и особенно приглашает родителей. Для родителей это значимо, когда не просто на уровне школы детей поздравляют, а именно на уровне района. Да, признание детей, все-таки учиться 11 лет на пятерке – это колоссальный труд. Они очень хорошо сдают ЕГЭ, как правило. Поэтому мы ими гордимся. В этом году у нас 330 медалистов в районе. И наши тоже есть, поэтому я очень рада. Ну и ребятам тоже всего наилучшего. В добрый путь всем. Сегодня выпускные отмечают с размахом, а когда-то это были скромные торжества. Первый вальс, песни под гитару, и обязательно все шли встречать рассвет. Это было очень скромно, это было в городе Тамбове. Вот. Ну, я помню каждый миг, потому что это было трогательно, прощание со школы. Вот. И посещала свою школу номер 22 города Тамбова, и мне она очень нравится. Самая любимая школа. Ну, так это было давно. Но, ну, во всяком случае, не как сегодня будет проходить здесь этот бал медалистов, где ребята пойдут по этой прекрасной красной дорожке. Мой выпускной проходил в западной группе войск в Германии. У меня там папа с мамой служили. И он был такой, конечно, не такой большой. Нас было не очень много, нас было всего 40 человек, два класса. Но рассвет мы встречали на реке Рейн. Поэтому, конечно, ну... Это все трогательно. Я до сих пор помню, как был дождь, пошел неожиданно. И как мамы с папами, для того, чтобы мы с прическами в платьях, а мальчишки в костюмах не намокли, несли 15-метровую целлофановую дорожку, только чтобы их дети были не намокли. Я помню, как мой папа пригласил меня на первый вальс. Я танцевала, папа с дежурства пришел как раз в форме. Это трогательно, это до сих пор вот вспоминается. Поэтому я думаю, что и у наших детей, у 330 надежд, золотых надежд Одинцовского района, в этом году тоже останутся очень такие важные впечатления. Юлия Алексеева на протяжении всех 11 лет, пока училась в школе ее дочь Софья, видела, как много труда и сил вкладывает она в обучение, как стремится все задания выполнять на отлично. Огромную гордость ощущаю за свою дочь. Огромное спасибо нашей школе, нашим преподавателям, что смогли дать этот базис ребенку, чтобы она дальше пошла в жизнь с таким прекрасным бэкграундом. Среди медалистов немало стобальников. Ребята много времени и внимания уделяют образованию. Конечно, без помощи наставников и родителей сложно добиться такого высокого результата. Характерной особенностью этого выпуска станет увеличение количества стобальников. Но не это даже, наверное, самое главное. Самое главное, что мы идем правильной дорогой. Качество обученности выпускников оно повышается. Это показывает единый государственный экзамен.
к примеру, 90, около 90 человек, балл выпускной достигает 98 баллов. То есть это высокий результат. При почти 90 человек выпускников в районе немножко не дотянули до 100 баллов. Большая честь получить золотую медаль из рук главы района. Это признание важно для каждого выпускника. Ваши медали – это результат командной работы. Ни одна суперзвезда не победит в матче и не поднимет кубок над своей головой без участия профессиональных тренеров. И я с этой сцены хочу поблагодарить всех учителей, директоров, всех сотрудников системы образования района, самой большой и многочисленной в Подмосковье. Наши школы, и сельские, и городские, занимают высокие места и в общеобластных, и в общероссийских рейтингах. Но лично для себя я уже перестал выделять одно или другое учебное учреждение, потому что считаю, что в каждой школе есть уникальные педагоги, сильные руководители, есть свои методики и свои традиции. И подтверждает этот факт то, что число победителей в Олимпиадах, число наших медалистов постоянно растет. 302 медали на этой сцене ровно год назад я вручил нашим выпускникам. Вы каждый год берете новую планку. Но самое главное, что вы научили наших ребят учиться. Понять, что знание – это та дверь, которая открывает перед ними безграничные возможности и перспективы. Дорогие педагоги, спасибо вам огромное за эту колоссальную работу. Бал длился почти целый день. Выступление звезд отечественной эстрады, танцевальный мастер-класс. Организаторы постарались создать настоящую голливудскую вечеринку. В этом году в Чесовской школе 5 медалистов. Школа гордится ими, 5 звездочек. Давно такого не было. Ребята прошли все испытания успешно, показали прекрасные результаты. И своими эмоциями, я думаю, они сами сейчас поделятся. Это просто очень нереальное чувство. Ты идешь по прекрасной дорожке и чувствуешь, как тобой все любуются. Очень интересно. Хочется сказать спасибо учителям, родителям за то, что поддерживали, направляли и помогали все это время. Я очень рад и горд такой награде. Люблю свою школу, прославлю ее. Хочу сказать спасибо нашей школе за то, что дали нам возможность появиться здесь, за то, что мы находимся здесь, и спасибо родителям. Нас ждали большие испытания, мы их успешно прошли, и я думаю, что у нас еще будет очень много испытаний, которые мы также успешно пройдем с помощью родителей и, конечно же, с помощью нашей школы. Медалисты с удовольствием рассказали о том, как получить золотую медаль. Секрет прост. Надо учиться, учиться и еще раз учиться. Когда привыкаешь учиться на отлично с первого класса, это уже не сложно, это привычно. Ты знаешь, что нужно делать эту работу, нужно трудиться, и в конце будет вот такая награда. Главное – старание и усилия прикладывать к этому, тогда обязательно будет медаль. Нужно целый день учиться, и тогда точно будет медаль. Ну, секрет прост. Нужно учиться, учиться и еще раз учиться. В учебе царских путей нет, и поэтому это единственный путь. В процессе своего обучения я понял, что все-таки надо к чему-то стремиться, и поэтому пошел на золотую медаль. Куда будешь поступать, на чем мечтать, чем хочешь стать? Моя мечта – это стать программистом, именно войти в IT-сферу, уметь хорошо обращаться с компьютером и, собственно, с новыми технологиями. Очень так вдохновлен. Мне сейчас так чувствую легкость, свободу, то, что свершилось, я дождался этого дня. В завершении праздника были выбраны король и королева бала. Ими стали ребята из Большевиземской гимназии. Дарья и Дмитрий одними из первых прислали свои фото на конкурс. Их мечта сбылась, они получили высокие титулы. Это был просто восторг. И такая гордость переполняется самой собой и тем, как мной гордятся мои родители.
По сути, мы же это все-таки заслужили и получили то, что заслужили как раз. Медалисты – это золотые надежды Одинцовского района. Впереди у ребят поступление в вузы. Возможно, кто-то из них вернется в родной муниципалитет, а кто-то сделает головокружительную карьеру. Сегодня для них открыты все двери. Школа, прощай! Здравствуй, Николай!